первые, по-моему, тысячные, а именно как его капать глаза. Многие спрашивают, как же капать глаза, ЭПАМ тысячный. Разводить его, не разводить, щипить, не щипит. Показываю. Умываетесь с утречка, берете ЭПАМчик, тепленький, или согреваете его в руке, капаете в один глаз, капаете, не знаю, видно, нет, другой глаз, капаете под язык. И таким образом следите за здоровьем своих глаз. Что такое ЭПАМ тысячная? Это неврологический ЭПАМ. Это эмульсия прополиса на маточном молочке, который помогает нашим глазкам восстанавливаться. Вот эта вот усталость снимается, сухость глаза проходит. А мне он помог восстановить зрение. Ну, я еще пила Витагермания и Нейровижн с минус 4 на минус 3,25, но я считаю, что это не предел, но, правда, потом что-то не улучшается. Но самое главное, у сына, сыну было на тот момент 9 или 10 лет, надо посмотреть по обследованию, у него поставили минус 0,75, так как у меня миопия, то, соответственно, он в зоне риска, минус 0,75 или уже минус 1 была, и прописали очки. Я знаю, что очки это костыли, и если только их надевают дети, то все, потом зрение, ну, как бы, в лучшем случае останавливается, а еще может и ухудшаться. Ну, у меня так происходило. У меня с минус 0,75 до минус 4 дошло. Так вот, я капала сыну ЭПАМ тысячный. Он пил Витагермани и Нейровижн. Все восстановилось, все прекрасно. Зрение сейчас стопроцентное. Уже мальчику 16 лет. Вот-вот-вот. Результат хороший. У меня, я говорила, что зрение минус 3,25, но мне нужно добавить еще гимнастику для глаз. Вот такой вот ЭПАМчик. Капайте. Можно. Проверенная на себе, не щипит практически, то есть, ну, есть чуть-чуть дискомфорт. Кому-то, говорят, сильно щипит, он именно очищает глаз. Если сильно щипит, то сначала покапайте ЕПАМ 7, а потом перейдите на ЕПАМ тысячный. Все, работает.